Привет, друзья! Мы вышли на очередную прогулку. На улице мороз! Загружаемся. Поехали в город. Дима попросил в Макдональдс заехать. Катя уже ждет. Соблюдаем все меры предосторожности. Застегиваемся. Ой, а я перчатку, что ли, потеряла? Ну-ка, пойду я сейчас искать. А вот и моя пропажа нашлась. Я даже не заметила, как она ускользнула. Ну что, загружаемся и поехали. Гамбургерами, картошкой фри пахнет. Уже даже на улице чувствуется этот запах. Смотри, сколько народу. Никто в праздники готовить не хочет. Все едят в Макдональдсе. Но мы только за игрушкой идем, да, Димчик? Две. Пристегиваемся. Дима, как всегда, с нетерпением уже пытается открыть свой Happy Meal. Давай, открываем все пакетики. Ух ты, прям часы бумажные, да? Человека-паука. Димчик, иди смотри, как свинья превращается в Человека-паука. Смотри, какой классный уже получается, Дим. Ух ты, прикольно. Запускаем. Лови, скорей! Куда побежал, волчок? Пошли этого тоже заклеим. Он вообще какие-то звуки интересные он издает, смотрите. Там, как будто стреляет. О, прям паутина нам прилетела в камеру. Хрюк, паук. Пока-пока, до новых встреч, друзья. А мы пока будем играться.